Вот как нас любит Шарик. Вот как он показывает свою преданность. Он пузом тут вышкребал все вокруг будки уже. Шарик, покажи, покажи как ты, покажи. Да-да-да. Вот такое, смотри. Не стареет совсем, не стареет. Шарик, как твое жилище тут, а? Как твое жилище тут? Вот такая будка у него. О, о, что тут, что тут, а? Клещика нет у тебя? А, ничего. Клещей нету. А что-то у Виктора все заросло. Что-то. Чучелка. Вот тут такая ирга растет хорошая. Вот тут целая. Вкусная такая. Только не ирга. Разобрали все. Тут такие кусты росли всякого разного. Это мы в прошлом году заложили сюда все. А пристройка? Не, пристройка была. Вот эти дрова. Байк Виктора. Ну можешь не отдать, чем он два дня, то и без них обойдется. Угу. Не, так фу, вообще его забирать, чтобы он не лаял. А, вообще, ну. Ну, называется сбагрив. Сбагривайся. Сбагривайся. Тут туда. Ну а что, там в лагере с ребятишками, я думаю, интересно будет. Шариком погулять. А тебя не будет, что ли, в лагере? Ну как, не знаю. Ты так говоришь, как будто... Я же не с утра до вечера в лагере. Допустим, что-то подвезти на тракторе. Ну, сейчас свое хозяйство. Продукт. Кстати, хозяйство. Так, что тут? Кто тут? Ого! О-о-о, вот они какие. Какие овцы тут. Овцы. Куры, овцы. Овцы боязливые. Овцы требуют стрижки. Вот петух. Петух же не набросится на меня, надеюсь. О, какие овцы тут. Пугливые, о, какие интересные. Хорош. Тут они пьют. Тут они соль лижут или грызут. Тут они живут. Такое у них жилище тут. Овцы. Тут куры с черным выходом на улицу. И какая интересная козочка. Овечка. И вот тут на выходе. Вот тут тоже участок. Тоже можно работать здесь. Садить. Всякое разное. Какие-то воротца стоят как будто. Тут уже растет что-то. Растут всякие вещи. Батюшка, он забыли. Чуть не уехали без батюшки. Шарик, ты пойдешь с нами сейчас, Шарик? А тебе все хорошо.
Ого, так, ясно.